В Подмосковье продолжают поэтапно снимать ограничения, действующие из-за коронавируса. С 25 июня начали работать музеи, выставочные залы, зоопарки и этнографические парки. Попасть туда можно только приобретя электронные билеты. Кроме того, учреждениям культуры придется ограничить количество посетителей. Также с 25 июня в Подмосковье разрешена работа объектов розничной торговли, независимо от их площади и наличия отдельного входа. В Мытищах уже открылись такие крупные торговые центры, как «Красный кит» и «Июнь». Пока что нельзя посещать фудкорты и кинотеатры. С 25 июня возобновилась работа химчисток и прачечных, мастерских по ремонту техники, салонов красоты, саун и бань. А с 1 июля в Подмосковье заработают спортивные объекты. Им разрешат проводить мероприятия с количеством участников не более 50 человек и без зрителей. Также можно будет возобновить тренировки воспитанников секций и профессиональных спортсменов. Фитнес-центры будут работать с максимальной загрузкой не более 25% от своей обычной пропускной способности.